в этом видео вас ждет. Дисклеймер. Всем привет, это канал Акстар, и сегодня мы будем играть в песню в одной струне. Эти видосы уже были, видосы удалили, поэтому еще один видос по одной струне, но с другими песнями. Привет, человечество, меня зовут Ярослав, его зовут Акстар, и, короче, сегодня у нас новые песни, великолепные на одной струне. Мы помним, что под предыдущим роликом ты на самом деле набрал дофига лайков, да, и мы такие типа, блин, на одной струне снимать, ну зашкварно, ну совсем, ну какое-то говнище. А потом такие подумали, блин, ну все-таки ты набрал, там было 15 тысяч лайков. 17 с половиной тысяч лайков. Короче, давай попробуем под этим роликом набрать... 10 тысяч лайков. Миллион лайков. Ну, 10 тысяч. Ну, ладно, миллиард лайков. Ну, ладно, 10 тысяч. Давай, наберем, есть 10 тысяч, наберем и выпускаем следующую часть. Ха! Пиши в комментарии, чье выступление тебе понравилось больше. Хватит разговоров, играем. Ха! Ладно, уступаю тебе. Миша, сыграть это говно. Ха! Неужели? И, между прочим, это 29-й дубль. Ребят, с первый раз сыграл, он все обманывает. С первый раз. Ха! Не то. Потому что моя. С первого раза, ребят. С первого раза. Смонтирую так, что будет с первого. Импровизация от Ярика. Вспомнил. Как я с тобой вообще дружу? Почему? Я думаю, ты не заметишь. Почему две струны? Я думал, почему две струны? Давай еще раз, давай еще раз. Это было на одной, кстати. Ну да, слушай, разница большая. Я страдаю, не хочу больше снимать разбор на одну струне. Говно какое-то. А мне нравится. 10 тысяч лайков, не надо, не третья надо, часть, вторая какая, часть. Надо. Слушай, мне уже плохо, я уже не надо. Давай. Когда Ярик себя чувствует плохо, мне хорошо. Ставьте лайки, херовый, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Ярика. С вами были Акстар и Ярослав Сафронов, Ярик Сихотворец, композитор будущий. Композитор, сука. А я могу тебе треканцы включить. Пиар-тракана. Всем пока.